современные дети поздно начинают говорить. И сейчас трехлетки, которые с трудом произносят «мама» и «папа», уже никого не удивляют. Это программа «Мамина школа». Меня зовут Олеся Новикова. И сегодня я планирую разобраться, что делать, если ребенок не разговаривает, и как отличить серьезные нарушения от вариантов нормы. Смотрите в программе. Все, что вам нужно знать о речи детей от 8 месяцев до 3 лет. Как посчитать, сколько слов говорит ребенок? Игры на прогулке без снега. И рецепт – нежные сырники в заливке. Ребенку 2-3 года, а он все еще не говорит. В таких случаях родители действуют по трем сценариям. Просто ждут, когда ребенок сам разговорится, волнуются и активно действуют, и третий вариант – не могут определиться. Делают то одно, то другое. Как же действовать родителям неговорящих детей, нам сегодня расскажет логопед Ирина Фокша. Ирина, добрый день. Добрый день. Ирина, не знаешь, кого слушать? В одних источниках пишут, что каждый ребенок развивается в своем темпе, и у него придет свое время, когда он заговорит. В других источниках уверяют, что есть нормы, таблицы, и ребенок должен по коридору этой нормы идти. Вот что об этом думают современные логопеды? В этом вопросе главное не паниковать. Отлично. Истина где-то посередине. Мы придерживаемся норм в любом случае. И врачи, и педагоги, мы всегда ориентируемся на нормы. Но учитываем индивидуальные особенности ребенка, историю родов и беременности. Если были какие-то осложнения, то они могут повлиять. Угу. То есть, если были осложнения в родах, то вы ребенку немного больше времени даете на то, чтобы заговорить, так? Времени и, возможно, просто, чтобы предотвратить какую-то задержку речи, мы просто с ним больше занимаемся, больше с ним просто говорим. Угу. Хорошо, я, допустим, хочу узнать, какие нормы, сколько мой ребенок там в 3 или в 1,5 года должен говорить слов, но я смотрю в интернете и вижу, что нормы тоже разные. То есть есть какие-то, не знаю, в Инстаграме логопеды, которые говорят, что для современного малыша 3 слова в годик – это норма, но в других местах пишут, что в годик он должен уже как бы там и 300 слов говорить. Это больной вопрос, действительно, потому что очень много сейчас информации, и она очень разнится, действительно, от 3 до 300 слов. Проблема в том, что все по-разному считают слова. Да. Ребенок может начинать обозначать какие-то предметы, какие-то слова. Например, он будет говорить «му», что это корова, и мы можем сказать, что это слово, но это ошибка, это не слово, это звукоподражание. Ну, эту тему мы подробнее еще обсудим, у нас будет сюжет о том, как считать слова, которые произносит ребенок. А я вижу, Ира, что вы принесли таблицу, вот это та таблица, по которой можно разобраться, сколько в норме ребенок или отстает? Да, я предлагаю обращаться конкретно к этой таблице. Эта таблица очень подробная, тут расписано речевое развитие детей от 8 до 36 месяцев, шкала, оценка речи детей выведена с помощью маркартуровского опросника. То есть можно в интернете ее поискать? Я столкнулась с тем, что тяжеловато ее, конечно, найти, но для ваших подписчиков мы можем поделиться. Ссылочку обязательно в описании. Так, что здесь? Как эта таблица работает? Я вижу, что здесь возраст от 8 месяцев до 3 лет. И количество слов, которые мы должны посчитать, правильно? Да. Конкретно эта таблица, это для девочек, да. Потому что для мальчиков уже разработана другая. Ну вот не можем мы по каждому месяцу пройтись и сказать, в 12 месяцев ребенок должен столько, в 13 столько. Давайте среднее, в годик, в 1,5, в 2 и в 3. Сколько слов должна говорить девочка? Значит, смотрим. Например, 12 месяцев девочка должна говорить от 3 до 50 слов. То есть разница большая. В 3 слова это норма, 50 это, ну, конечно, отлично. Да. Так. Если ребенок говорит у нас 1-3 слова, это тоже вариант нормы. Ну, конечно, чем больше, тем лучше, но тем не менее. Если нет у нее слов, у девочки в 12 месяцев, так, то это просто группа риска. Это даже еще не задержка. Но стоит задуматься. Так, в 1,5 годика. Если девочка в возрасте 18 месяцев говорит всего лишь 2 слова, то это грубая задержка. Угу. Если она говорит уже 9 слов, то это задержка. Да. 13 слов – это группа риска. От 16 до 59 – это прям вариант нормы.
Если 75, это прям очень хорошо. Ага. А вот вы и рассказали о том, что эта таблица для девочек, а есть еще и таблица для мальчиков. Да. А чем отличаются девочки от мальчиков? Что, кто-то из них больше, кто-то меньше по возрасту говорит слов? В разном возрасте кто-то быстрее ориентируется, быстрее осваивает. Когда-то девочки, когда-то мальчики. Но принято считать, и мы видим по исследованиям, что все-таки девочки быстрее и лучше осваивают речевые навыки. И все же, как посчитать, сколько слов говорит ребенок? Считают ли слоги и звукоподражание отдельными словами? В этом вопросе разбиралась супермама Таня. Это кукла Маша. Посмотрите, какая она красивая. Викуля, скажи, а что есть у Маши? Кукла Маша пришла в гости к малышам не просто поиграть, а с важной миссией – узнать, в норме ли речь Максима, Ксюши и Вики. Так, с помощью игры логопед Галина Коноплева проводит анализ разговорной речи малышей до 3 лет. Самостоятельно, без специалиста, сделать анализ речи малыша могут и родители. В помощь мамам – макартуровский опросник. Для начала нужно посчитать количество слов. Считаем те слова, которые ребенок произносит самостоятельно, а не повторяет за мамой. Например, если ребенок повторяет за родителем, это слово уже не учитывается. Учитываются только самостоятельные слова, произнесенные ребенком. Жесты, которые ребенок использует для обозначения каких-то действий или предметов, тоже не входят в учет. Так же самое слова, которые носят с собой раннюю детскую лексику. Это подражательные слова. Например, он обозначает корову му, машина би-би. Эти слова тоже не входят в учет. Что это такое? Это... Кастрюля. К словам не относим и лепет. Если ребенок обозначает слово одним слогом, это 1 балл. Если ребенок пропускает слоги или неправильно произносит звуки, также считаем за 1 слово. Например, если он говорит на рыбу «ыба», это учитывается. Если он говорит на куклу «ляля», это тоже учитывается, потому что он ее называет в более упрощенном виде. Например, если он смотрит на машинку и говорит «ма», это слово уже учитывается. Но нужно обратить внимание, если он еще этим слогом обозначает и другие слова, например, «машина», «магазин», «малина», то 3 слова не учитываются, а учитывается только 1 слово. Также, если ребенок изменяет слово, некоторые формы существительных и глаголов. Если, например, он говорит «я не я копаю, а я копю», или «не я могу, а я можу», эти слова тоже учитываются. Дети старше 2,5 лет уже способны произносить 2-слоговые и 3-слоговые слова. Считаем их, даже если ребенок произносит их неверно. Главное, чтобы при произношении он не упускал слоги. Это что такое? Это капуста. Капуста. Для того, чтобы определить, в норму входит ваш ребенок или нет, нужно просто подсчитать количество слов. Например, у вас девочка, и она в 20 месяцев говорит 156 слов. Вы находите возраст ребенка, находите цифру, которая подходит или приблизительно подходит к этой цифре, и смотрим, какой процент усвоения речевого развития есть у вашего ребенка. 60% – это говорит о том, что у девочки идет речевое развитие выше нормы. Для ребенка старше 19-20 месяцев оценивать словарь нужно не только по количеству слов. Обращайте внимание на развернутость слоговой структуры. Стоит насторожиться, если ребенок после 2 лет продолжает говорить облегченными словами, например, «ляля» или «гага». Если после 2 лет и 3 месяцев малыш продолжает сокращать длинные слова до коротких и говорит, к примеру, вместо «молоко» – «мока», это мешает росту словаря, и ребенку нужна помощь. Мамы неговорящих детей интуитивно понимают, что если ребенок молчит, то пора бить тревогу. Но вот эта надежда на само пройдет тормозит их решительность. Как действовать в этом вопросе, нам сегодня рассказывает логопед Ирина Фокша. Ира, допустим, мама посмотрела эту таблицу, посчитала слова, которые говорит ребенок, поняла, что ребенок отстает, но ему 2 года. Вот что ей делать? Ей как-то дома пытаться этого ребенка разговорить или же вести его срочно к каким-то специалистам? А если к специалистам, то к каким? Потому что, опять же, разная информация. Одни говорят, логопеды только с 5 лет принимают, а другие говорят, не ждите до 5 лет, вы что, ребенку 2 года, уже срочно пора что-то делать. Да, действительно, существует 2 лагеря. Ну, когда уже заговорит и само пройдет, то ждите до 5. Ждать до 5 точно не стоит. Если в 2 годика мама
обнаружила, что что-то ее не устраивает, что в чем-то она сомневается. Где-то там сердце мамино неспокойно, вот стоит к нему прислушаться. Стоит. Мамы в таких вопросах, они чувствуют хорошо. Тем более, мамы сравнивают своих деток с другими, ну, это нормально, да? А надо вот это делать? Нужно адекватно оценить ситуацию. Вы все равно слышите, как говорят другие дети, видите, что они умеют, что умеет или не умеет ваш ребенок, и от этого уже отталкиваться. Если у ребенка в анамнезе не было сложных родов, каких-то родовых, послеродовых травм, а он молчит, то ребенку до 3 лет, если все нормально, и до 3 лет он молчит, нужно заниматься. Дома? Дома. В маминых силах помочь ребенку до 3 лет. Что делать маме, получается? Я хочу привести пример элементарной игры, которая будет всем доступна, и что мамы смогут сделать. Давай. Для этого нам понадобятся обычные резиночки для волос. Так. Вот, это такая нейроигра, да? Да. Нейрорезиночки. Все взаимосвязано, конечно. Разные цвета. Значит, для детей постарше нам понадобятся и карточки, на которых на пальчиках будет нарисовано, на какой пальчик какую резиночку одеть. Причем мама может просто детскую ладошку обвести и фломастером нарисовать. Совершенно верно. Есть различные сложности. Можно не обязательно их распечатывать. Я отталкиваюсь, конечно, от цветов, которые у меня на карточках. А вы можете выбрать резинки любых цветов, какие которые вам есть. Нравятся, какие у вас есть. Обведите ладошку ребенка, сами нарисуйте, на каком пальчике, где находится какая резиночка. Здесь можно подключить папу. Пусть папа сидит, отдыхает, просто дайте руку. А на его руку? А на его руку пусть ребенок надевает эти колечки. Здесь мы развиваем и моторику. Здесь мы можем ребенку говорить, что это желтый цвет, а это голубой. И работа по образцу, он смотрит на картинку и повторяет. Да, работа по образцу, мелкая моторика. Здесь же как бы и запуск речи мы ребенку объясняем, рассказываем. Можно рассказать ему, а что еще бывает белого цвета, а что желтого цвета. Добавляем, что желтого цвета может быть солнышко, зеленого травка. И пока резиночки на пальчик надеваем, тоже на всякие точки нужные нажимаем, и тоже хорошо работает. Хорошо, Ир, почему я спрашивала, стоит ли ребенка вести к логопеду или заниматься с ним дома? Потому что я с трудом себе представляю 2-летнего ребенка, который качественно занимается, может высидеть все занятие. А логопедическая работа – это сложная работа, там надо действительно слушать педагога и делать то, что он говорит. И это не всегда приятно, надо иногда напрячься. Вот поэтому я спрашиваю, когда идти к специалисту? А если к специалисту, как? К какому вести 2-летку? Есть специалисты, педагоги раннего развития, они начинают работу с детьми уже с 1,5 лет. То есть это не логопед вот конкретно? Логопеды тоже могут. Педагог, который может работать с малышами. Да, совершенно верно. Логопеды чаще берутся уже за детей, которым 3,5-4. Угу. Вот. Но я в этом вопросе, конечно, мама должна изучить вопрос. И в интернете достаточно много информации, чтобы просто развивать ребенка. Для этого не нужно сесть за стол и начинать занятия. Это можно достаточно и на прогулке. Просто играть. Да, вот я принесла еще вот такую вот баночку, которая у мам точно есть, и мы 100%. все думаем, куда же их девать. На эту баночку очень легко надевается шарик воздушный. Отрезайте горловину, надели, очень интересный получается такой матовый, сосуд. Яркий. Да. И тогда вы уже можете сортировать. Сюда мы собираем голубенькие, сюда мы собираем фиолетовые тоже. Пожалуйста, речевая среда. Супер. Зима продолжается, но снегом нас не радуют. А дети ждут, надеются, хотят играть. У нас готово продолжение подборки игр, которые помогут развлечь ребенка на прогулке. Продолжаем придумывать развлечения для прогулки зимой без снега. Мы уже считали антенны на домах с помощью бинокля, рассматривали семена и реснички с помощью макролинзы на телефоне, играли с теплой варежкой-подружкой, а теперь будем искать причудливые предметы. Вот колеса, вот руль. Превращаемся в сыщиков и ищем все круглое или квадратное, все синее или все красное. А с детьми постарше можно искать предметы, которые по форме напоминают какие-то буквы. Вот, смотри, что я нашла круглое. Круглый сучок на досточке. Сейчас все дети рвутся в блогеры, что ж, не будем противиться, вместе снимем видео на прогулке. Давай, я тебя включаю. А ты машину красивую сними, потом крупное колесо сними, потом природу сними, чтобы было видно, потом скамеечку, потом нас сними.
Объясните ребенку, что для хорошего сюжета нужно снять общие, средние и крупные кадры. А потом покажите, как смонтировать их в ролик с музыкой на телефоне. На старт! Внимание! Марш! Бег на скорость с препятствиями. После новогодних застолий мамам тоже будет полезно подвигаться. В первом туре просто бежим от скамейки до скамейки. Во втором бежим спиной вперед, оглядываясь назад. В третьем туре скачем на одной ножке. В четвертом прыгаем лягушкой. Если надо, конечно, можно поддаться пару раз, но ребенок, скорее всего, в этой игре и без поддавков будет победителем. Ведьма хочет красный цвет! Игра «Ведьма хочет цвет». Взрослый говорит «желтый». Ребенок должен отыскать предмет такого цвета рядом, добежать до него и коснуться. Если ведьма ловит малыша раньше, чем тот успевает дотронуться до предмета, наступает его очередь водить. Все игры маминой школы есть на нашем канале на YouTube, плейлист так и называется «Все игры», поэтому подписывайтесь, тогда точно ничего не пропустите. А мы сегодня пытаемся разобраться, что делать с ребенком, который не говорит. Ирина, есть еще такая позиция у некоторых родителей: наш дедушка или наш папа заговорил в 5 лет, поэтому это у нас такая наследственность, вот ребенок успеет еще поговорить, дойдет его возраст и все будет в порядке. Вот есть ли опасность вот такого долгого безречевого периода? Чем это чревато? Сразу скажу, что да, опасность есть, ждать до 5 лет точно не стоит. Даже если дедушка после этого был отличником в школе, да? Мы не знаем, был ли дедушка отличником. В их время совсем другие были... Может, дедушка и смог быть отличником, а в современном мире, не говорящий до 5 лет ребенок, ему будет тяжело. Да, важно каждый этап развития проходить в свой период, в свое время. Иначе получится такая ситуация, что ваш ребенок пошел в школу, все одноклассники уже читают, а ваш ребенок только освоил буквы. Вот это та опасность, о которой мы говорим. Дальше также будет и во всех остальных предметах. То есть если у него, допустим, с года до 3 лет не появились определенные слова и какие-то вот процессы в мозге, то потом без этих слов ему дальше следующие навыки тяжело будет на это... Дальше все это будет тянуться вот этим отставанием. То есть на один шаг он будет сзади, на один шаг будет сзади. Тут есть опасность, что у ребенка будет занижена самооценка. Это вот как минимум тоже такой... Нюанс не совсем приятный. Согласна. А можно назвать, Ира, причины, почему у современных детей так часто задержка с речью? Да. Значит, мы уже немножко обозначили то, что важен момент, какая была беременность, как она протекала, роды. Важный момент, семья говорит на одном языке или на двух, есть ли, присутствует ли билингвизм. Потом, если у ребенка есть левшество, тоже нужно учитывать. И учитываем, конечно, индивидуальные особенности ребенка, если вдруг так получилось, что ребенок позже сел, позже перевернулся, позже полезли зубы, то, скорее всего, у ребенка и позже появится речь. Но здесь, конечно, не нужно оставлять все на самотек, нужно просто уделить больше внимания развитию ребенка. Ну, это все легко. Не забываем про аутизм, который тоже на речи 100% будет. Но это тема, конечно, другой программы, тут мы не успеем это все. Время очень важный для нас ресурс, и если мы начнем с 2 лет, если мы начнем с 3 лет, то мы все успеем нагнать, но если мы будем ждать 5 лет, мы не успеем нагнать, например, до школы то, что уже упустили. Есть еще мнение, что ребенок не говорит, потому что с ним мало разговаривают родители. И вот это очень многих мам в такое чувство вины загоняет. Хотя я уверена, что практически все мамы со своими детьми говорят. То есть ребенка не обязательно там для того, чтобы он начал говорить, делать в принципе то, что ему природой положено, прям в какую-то особенную речевую среду погружать. Разве так надо? Или достаточно просто? Идем кушать, идем, давай я тебе расскажу, это яблоко, это кошка. Достаточно, если это будет обычная речевая среда семейная. Да. Если будет обычная семья, в которой разговаривают. Не просто телевизор включен. А не просто телевизор или суют ребенку планшет. Да, какие-то слова он будет повторять за мультиками, но это не та речевая среда, которая будет доступна ребенку. Все-таки планшеты тоже имеют свое действие негативное, да? К сожалению, да. Супермама Катя готовит потрясающие завтраки, и сегодня у нее в меню сырники в заливке. Будьте готовы, сейчас потекут слюнки.
эти сырники способны покорить любого гурмана. Привет, это Катя. И вот какая у меня сегодня возникла идея. Обычно сырники жарят отдельно, а потом ищут какой-нибудь соус, которым можно дополнить. Сегодня предлагаю цельное блюдо, когда сырники уже запеченные в соусе. На деле все оказывается очень просто. Нужно сделать стандартные сырники. Если вы не умеете этот рецепт, потрясающе, он идеален для того, чтобы приготовить кругленькие, аппетитные сырники. Нужно взять творог, желательно из брикета, потому что он сухой. Но если есть домашний сухой творог, то он тоже подойдет. Добавляем к нему манку и муки. Взяли мы ровно одинаковое количество здесь и здесь. Всыпаем. С мукой ищем баланс, потому что если добавить много, сырники будут резиновые. Мало муки, и форма поплывет на сковороде. В любом случае, все поправимо на этапе формирования сырников. Это, кстати, довольно удобный способ. Неплохо еще подровнять их вот таким широким ножом. Жарим на раскаленной сковороде, иначе прилипнут. Это кокосовое масло, но можно любое другое. Румяные сырники на тарелочке. Самое время делать заливку. Она простая, это всего лишь сметана, сахар, яйцо и ванильный сахар. А может быть ваниль, у кого как получится. Форма размером 25 на 15 сантиметров. По сути, довольно маленькая. Печься все это удовольствие будет около 15 минут при 160 градусах. Внимание, керамическую форму помещают в неразогретую духовку, а на приготовление уйдет немного больше времени. Казалось бы, простые сырники, какой результат? Вкусные и нежные, они получаются после запекания, этот крем восхитительный. Просто ждать, когда ребенок заговорит, это плохая идея. Если ребенок молчит, значит, у него есть определенная проблема, и ее срочно нужно найти. И с этим нам сегодня помогает логопед Ирина Фокша. Ира, вот часто слышу от родителей, он не говорит, но точно все понимает. Я ему скажу, там, принеси мячик, он несет. Скажу, там, вот чай за столе, он берет. Вот если у ребенка есть понимание, но нет произношения, это говорит о том, что с ним вообще все в порядке? Понимание речи – это важный момент. Это говорит о том, что интеллект сохранен, но нужно все-таки уделить внимание и речевому развитию. Хорошо. Дайте несколько рекомендаций. Что применять для увеличения понимания речи, что применять для речевого развития? Хорошо. Я скажу прям вот по пальцам. 5 задач для мамы. Что она должна сделать, приготовить какую базу. Это развивать внимание, мышление, память. Создавать речевую среду ребенку, например, читать ему, чтобы увеличить словарный запас. Пусть это будет даже вначале пассивный словарный запас, вот, к слову, о понимании. Да. Развивать общую и мелкую моторику. В годик научить ребенка дуть. И 5-е – подготовить артикуляционный аппарат.
Так, как его подготовить? Звучит так как-то сложно. Артикуляционный? Артикуляционный аппарат. Артикуляционный аппарат – это наши губы, язык, нёбо. Тут важный момент. Часто мамы холят и лелеют своего ребенка, и всю еду ему перетирают. Вся она такая мягенькая, вся такая, что не нужно ее жевать, он просто ее глотает. Это такая медвежья услуга, потому что ребенок все-таки должен учиться жевать. И это тоже ему поможет для формирования. Совершенно верно. Хорошо. Ира, уже заканчивается наша программа. У меня еще остался один вопрос от подписчицы. Возможно, он немножко далек от темы, которую мы сегодня обсуждали, но тоже хочется его озвучить. Ребенку 2,7, его напугала собака, и девочка перестала говорить. Вот что в таких случаях делать, когда речь была, а потом исчезла? Это важный момент. Нужно обязательно обратиться к неврологу. Невролог уже осмотрит ребенка, может, что-то пропишет для укрепления нервной системы, потому что в этом возрасте детки очень нежные, очень чувствительные. И после этого, конечно, я бы посоветовала обратиться еще и к психологу, чтобы отработать фобии, чтобы не в дальнейшем, чтобы этот страх не перерос в фобию. Отлично. Для этого они будут рисовать собачку, погладят рисунок, будут, может быть, посмотреть какой-то можно мультик с собачками, чтобы этот страх ушел. Да, кстати, про работу со страхами мы показывали сюжет в прошлой программе. Можете найти его на YouTube и обязательно посмотреть. Ира, спасибо за информацию. Я поняла вот этот самый главный посыл, да, вообще всего этого выпуска. Если хотите решить проблему, не оттягивайте. Чем раньше начнется коррекция, тем больше шансов получить хорошие результаты. Спасибо. Действуем на опережение. Да. Совершенно верно. Спасибо вам и успехов в вашей работе. Спасибо. Мозг ребенка максимально пластичен до 6-7 лет. Поэтому, если выявить проблемы речевого развития в 2 года, то высоки шансы их компенсировать. Если сделать это в 4-5 лет, то можно только улучшить состояние, но максимально его уже не восстановить. Поэтому не откладывайте. Это была программа «Мамина школа». Ставьте лайк нашему проекту и подписывайтесь на наш канал, а мы увидимся с вами на следующей неделе. Будем растить умных, здоровых и счастливых детей вместе.